Bravo 6. Going dark. Привет, друзья, солдаты и солдатики, с вами Пламбер, и сегодня мы поговорим о последних новостях игры Call of Duty Mobile. 8 мая у нас появится новое событие – Золотая лихорадка. Вместе с событием в сетевой игре появится новый режим – Убийство подтверждено. В этом ивенте мы будем собирать золото и обменивать на новые скины, которые можно увидеть в этом трейлере. Главное событие, которое вы так долго ожидали, так это в Королевской битве появится 7 новых локаций. Это Paramount, Shipyard, Black Market, Hospital, Witland, Skid Town, Barter Village. Я постарался исследовать местность, и уже в домиках можно найти лут. Если кому интересно, можете сами исследовать за красной зоной. Также постепенно в сетевой режим ведут новые карты. Это Shipment, Терминал, такая карта, как Дом, карта Хай-Райз. Ну а пятая карта была нам видна в одном из трейлеров игры Call of Duty Mobile. Также слили инфу, что в дальнейшем в сетевой игре появится возможность стрелять из двух оружий – Акимбо. Ну а в завершение вы сможете увидеть немного новых персонажей и скины на новое оружие. Но это были все самые последние новости в мире игры Call of Duty Mobile. Друзья, по результатам розыгрыша победил вот этот подписчик, который поставил лайк и единственный прокомментировал мое видео с розыгрышем. Так что пиши мне в телеграм-канал и получишь свой приз в размере боевого пропуска. Подписывайтесь, друзья, и участвуйте в розыгрыше. Следите за новостями. Всем крепкого здоровья. С вами был Пламбер. До новых встреч. Fight back. World stays clean. That's the mission.